Здравствуйте, меня зовут Золотова Александра Сергеевна. Я детский врач-стоматолог клиники Dental Fantasy с более чем 20-летним опытом работы по специальности. А специализируюсь я на приеме малышей, дошкольников и детей младшего школьного возраста. Провожу такие манипуляции, как лечение временных зубов при кариесе и пульпите. Реставрирую молочные зубы композитным материалом с учетом природной анатомии или коронками для молочных зубов. Удаляю временные зубы нежно и незаметно. Спасаю от кариеса постоянные зубы. Уделяю особое внимание вопросам профилактики заболеваний полости рта. Если требуют показания, провожу лечение в условиях предельно безопасного наркоза или с применением седации закисью азота. Без боли и без стресса для ребенка. Приглашаю вас к себе на консультацию в Dental Fantasy. Мы разберем все вопросы про здоровье зубов вашего ребенка, согласуем при необходимости план лечения и научимся правильной и качественной домашней гигиене зубов. Мне, как и вам, важно, чтобы у ребенка было позитивное отношение к стоматологии и здоровая улыбка. Люблю вовлеченных родителей в процесс профилактики и адаптации. Давайте вместе увидим, как ваш ребенок с радостью в припрыжку бежит на прием к врачу-стоматологу. До встречи в Dental Fantasy!